Пархомович Руслан Викторович, министр архитектуры и строительства, очень современный, будущего руководитель, который организовал работу строительного комплекса в области, очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый. Бывший министр строительства не потерян. Анатолий Сивак попросил его просто к себе. У него очень сложная ситуация сегодня, поэтому я согласился с предложением Сивака. Я не против. Я думаю, и Кухарев против тоже не будет. Тем более, что основная стройка все равно в Минске.